турист в Испанию. Все деньги потратил, немного осталось. Идет в кафе, заходит в меню, яйца Карин. Заказал два таких больших, приносит. Лупанул, понравился, следующий день приносит. Заходит, вернее, два маленьких приносит. А что такое, говорит? Что за херня? Вчера два больших, сегодня маленькие. А вы думаете, Дора-Дор всегда пикап побеждает?